Братья и сестры белорусы, мы, женщины Украины, обращаемся к вам с нашим призывом. У нас с вами тысячелетняя общая история. Мы защищали наши земли от многих оккупантов, растили хлеб и воспитывали детей. Наши народы пережили страшную войну и победили немецко-фашистских захватчиков. За нашу совместную победу тогда мы заплатили огромную цену. Мы помним. Это наша с вами память. Но сегодня беда снова постучалась в наши дома. На нашу землю опять пришла война. Враг разрушает наши города и села, убивает наших женщин, детей и стариков. Наших сестер и детей насилуют кадыровцы. Миллионы украинцев стали беженцами. Мы стали на защиту нашей Родины. Мы победим в этой войне. Но с болью в сердце мы видим, как вражеские бомбардировщики взлетают с ваших аэродромов. Ракеты стартуют с вашей территории. Войска агрессоров маршируют через вашу страну. Мы верим, что вы, братья и сестры белорусы, против проклятой войны. Что вы не хотите, чтобы убивали украинцев и уничтожали Украину. Мы с вами всегда были в мире и дружбе. Нам нечего делить. И так будет всегда. Мы просим, помогите нам остановить эту войну. Остановить эти войска, которые с вашей территории несут нам смерть. Мы верим вам. Нас не сломить. Мы победим!